Собачки нашли вторую белочку. Начало охоты. Уже две белки нашли. Белки не интересуют. Так, где-то он здесь сидит. Вот он. Вот она, белочка. Вроде как бы уже серенькая полностью. Все, Грета, молодец, все. Все, пошли. Белка уже поняла, что не надо. Ладно, дальше иду. Белка с Дарой лосей преследовали. Вот они поставили. Грета там тоже за ними где-то бежала. Не знаю, сейчас тоже что-то где-то в стойке стоит. Может, кого-то другого нашла. Эти работают. Да, блин, включайся давай. Вот, да, дичь на дереве. Вот так навигатор показывает. Вот они, я иду по направлению. В той стороне. Слушаю, как они лают. До них получается 643 метра. Белка с Дарой. Грета отдельно. Грета сегодня у меня 5 белок нашла. Бельтятница. Она отдельно от них бегала. Как бы прибежит, посмотрит на меня, где я нахожусь. И все, и по своим делам. И те также ко мне прибегут, покрутятся, убегут. Взяли лосиный след. И поставили это в той стороне. Перезарядился на пули с дроби. Нахожусь на путике. Смотрю обстановку, проверяю ящики. Также капканы смотрю. Все не все на месте. Но пока все нормально. Ни один капкан не пропал. Так, это что у нас? Это у нас сломанное дерево быком. Быком сломано. Продолжают работать. Двигаюсь потихонечку в их направлении.
побежали ходом, не знаю. Тут все под ногами трещит, блин. С карабина-то я хорошо их видел бы. Можно было стрелять, вернее, я их хорошо видел. Пытался приблизить. Не мог никак фокус поймать, что деревья сплошные, мелкие. Был треск, и они побежали. Но Дара догнала, Дара там терялась. Это уже второй раз они остановили. Дара там что-то начала возвращаться за мной или что, не знаю. Потерялась, потом догнала, я думал, сейчас подшумит. Нет, подбежала, начала работать вместе с Белкой, с Гретой. Видел. Для гладкого очень далеко. С карабина опять же можно было бы прицелиться, но... Такой чепыжник в перемелку с мелким лесом. Крупные деревья, мелкие. Тоже бы не факт. Пуля куда-нибудь отрикошетила вот. А такой вот кустарник вот мелкий, его же не видно, в принципе. Вот такое дерево. Сдалека не видно, а пуля бы попала бы и улетела куда-нибудь. Пытался приблизить, не получилось. Одна собачка вернулась. Скорее всего, это Дара. Ну что, 10 месяцев. Только начинает еще. А эти куда у меня убежали? Нет, все, они все троем. Все троем прибежали. Да. Бросили. Но это уже вторая попытка подойти к ним. Но не получается подойти. Лист под ногами, вот все шумит, все шуршит. Вроде и пытаешься, а что вот мелколесье такое, вот так вот наступаешь, все, хруст. Вроде и высматриваешь, и под ноги смотришь, но что-то как-то пока не получается. Че, идите сюда. Дара, Белка. Грета, молодцы девки, молодцы. Ты тоже мелочь, молодец. Молодцы. Бел, молодец, Бел. Ну, как-то так. Пытался приблизить, блин, не получилось приблизить. Приближал, блин, ничего понять не могу, вроде мельтешит, я пока камеру-то приближаю. В другом месте уже, ну, как бы на собак кидался лось. Тут чья-то палка старая, не знаю чья. Похоже... Это палка. Да, и он так ставит. А здесь вот осинки. Все погрызано. Все изгрызано. Вот сюда я прибежал. В свои места. Ладно. Отключаюсь. Это что-то прям вообще свежее здесь вот. Забыдано все. Может даже сейчас злился, пока не тут лаяли. Все, возвращаюсь в сторону путика. Не получилось подойти. Бела, молодец. Бела, молодец. Все, моя хорошая. Шел по квартальной, собачки взяли какой-то след, но явно не зверовой. Впереди меня закрутились, заезжали, стартанули, убежали на 300 метров. Сделали пару полаек и замолчали. Пришел сюда к ним, а здесь белка вот, она копает в корнях. Возможно, куница залезла в корни. Грета вот что-то скулит, что-то чует, но молчит. Вот белка тут пытается рыть в корнях. Осина, лысая осина, обсмотрел близстоящие деревья, ничего не заметил. Буду сейчас здесь корень рассматривать. Почему-то белка копала сюда.
в эти корни копала. Не знаю, тут, может, здесь и была какая-нибудь нора. Сейчас уже все перерыто. И здесь тоже вот нюхает. Ладно. Сейчас похожу, посмотрю. Что-то чует. Белка продолжает рыть. Уже все черное. Грета все вверх рассматривает. Белка упорно копает. Сейчас отзываю и пойдем. Не надо нам эти раскопки, не нужны. Время уже много, еще до машины далеко идти. Белая, все, брось, брось. Брось. Вот так вот она раскопала. Но я вот палочку тоже срубил. Как бы есть пустоты. Ну, не знаю. Тут. Может, она тут уже перекопала все. Где там кто залез, куда, не знаю. Ладно, отзываю. И пойдем. Да, Дара? Отзываем белку, она уже вся грязная. Пошли домой, Бела. Брось, пошли. Все, не надо, пошли, пошли, Бела, пошли. Все, ты молодец. Где-то там зверек по-любому. Не будем время тратить.